Заметив камеру, они прячут лица и на полминуты прекращают выкрикивать ставшие уже крылатыми: «Да Новосибирска, да Алейска, да Рубцовска». Водители междугородных такси не пугают ни морозы, ни полиция. Без опаски они стоят на крыльце своего главного конкурента – Барнаульского вокзала. А их авто припарковано на площадке для высадки пассажиров, которую построили, кстати, чтобы обезопасить выходящих из автобуса людей от посторонних автомобилей. Здрасте, а вы по межгороду ездите, нет? По городу? Я нигде не езжу. А что вы сидите в машине такси? Так сделаю. А, уже не такси, да? В мороз многие пассажиры предпочитали именно частных извозчиков. Думали, новые легковые авто надежнее старого автобусного парка. Но только никаких гарантий таксисты не дают. И если машина встанет на обледенелой трассе, это будут проблемы не только водителя, но и пассажира. А вот автобусы, все же вышедшие на маршрут, отслеживали диспетчеры. В случае вынужденной остановки на помощь пассажирам отправилась бы целая команда спасателей. И когда случаются такие ситуации, мы комплектуем автобусы группами, там 10, 15, 20 автомобилей. Иногда даже в сопровождении ГИБДД эти автобусы колонны направляются в каком-то заданном направлении. По словам самих частников, на вынужденном простое конкурентов заработать им не удалось. Риск попасть в неприятность на дороге большинство пассажиров свело к нулю. И решило не ехать ни на такси, ни на автобусе. Даже сегодня, в первый день, когда морозы спали, общественный транспорт не заполнился и наполовину. Маруся Загорская, Александр Антропов, информационный канал «Город».